В Доме дружбы наградили победителей регионального этапа конкурса «Мерили отбасы». Почти из 300 семей Карагандинской области выбрали семью, которая представит наш регион на республиканском этапе конкурса. Светлана Фарина продолжит тему. В Доме дружбы прошла церемония награждения победителей регионального этапа национального конкурса «Мерили отбасы». В нем приняли участие порядка 300 семей Карагандинской области. Сегодня в этом зале собрались семьи, которые олицетворяют собой преемственность поколений. Ответственное супружество, нравственное воспитание детей. Среди присутствующих трудовые династии, которые на протяжении 2-3 поколений трудятся в горной металлургической промышленности, в сфере образования, здравоохранения, основывают свои предприятия и крестьянские хозяйства. Отбор проводился по многим критериям. Главным стало то, чтобы в семье культивировалось возрождение нравственных ценностей, сохранялись семейные реликвии. Супруги Шмелевы – победители городского этапа национального конкурса. Говорят, никакого секрета воспитания детей у них нет. Все очень просто. Главное – жить в любви и согласии, уважать мнение не только старших, но и младших. Мы в финале, мы надеемся, что победим. Я желаю всем удачи в этом конкурсе, удачи, семейного благополучия, всего самого хорошего. На региональном этапе конкурса определили 3 финалистов. 3-е место заняла Чета Нургалиевых из Нуринского района, которые уже около 60 лет живут вместе и воспитывают детей, внуков и правнуков. Второе место заняли супруги Ауэзова из города Сатпаев. Победителями национального конкурса стала семья Элимбаевых из Каркаралинского района. В этой дружной семье 19 детей, каждый из которых работает в своей сфере деятельности на благо государства. Светлана Фарина, Дмитрий Оборок, Наталья Заяц, 5 канал.